20 по 23 сентября в КФУ проходил отборочный этап 3-го Всероссийского научно-технического фестиваля «ВУЗПромфест-2016». Конкурс завершился презентацией работ участников. Напомним, тема фестиваля в этом году было выбрано «Сельское хозяйство и инновации в агропромышленном комплексе». Как известно, двигателем прогресса любой сферы служат инновационные технологии, для развития которых требуется значительная научно-образовательная база. Поэтому перед студентами стояла задача спроектировать устройство, предназначенное для решения проблем в современном сельском хозяйстве. Команда из 6 университетов России имели возможность защитить свой итоговый проект перед компетентным жюри. Задачи, которые решались на площадке, они были очень сложные. Наверное, эта тема может быть там дипломной работы, может быть часть диссертации. Они должны были решить ее в такие вот очень короткие сроки. В частности, задача связана с робототехникой, с автономным поведением робота в системе локального позиционирования. Эта задача очень сложна. Разработали тему беспилотных летательных аппаратов как с точным позиционированием для разработки Дальнего Востока, Сибири, там, где невозможно использование других средств. Несмотря на то, что многие участники впервые столкнулись с заданной тематикой, с поставленной задачей все успешно справились. Церемония награждения была разделена на несколько номинаций. Это дизайн, инновационные решения, экономика и менеджмент, а также аддитивные технологии и 3D-печать. А в командном зачете победу одержал Санкт-Петербургский университет аэрокосмического приборостроения. Наша сенсорная сеть может использоваться как для полива удобрения растений, также для предсказания появления вредителей на конкретном участке в будущем году. А и сейчас уже используется в научных лабораториях для ускорения процесса селекции и для более детального отслеживания условий окружающей среды. Победители отборочного тура смогут поехать на финал турнира, который пройдет в декабре в Москве. Диана Авакян, Руслан Уразаев, Универньюз.